день за днем множество событий, но нас интересует главное, то, что касается каждого ток-шоу, главная тема. Это только в сказках, от идеи до бизнеса один шаг. Но ведь все мы реально понимаем, что зачастую даже самый интересный бизнес-проект может быть обречен на провал. Как избежать рисков и где в Гомеле помогают стартапам стать успешными? Сегодня это главная тема. Мы начинаем. С удовольствием представлю гостей программы. Начальник отдела предпринимательства Комитета экономики Гомельского облсполкома Марина Кривунь. Марина Михайловна, рад видеть. Добрый день. Добро пожаловать. Руководитель Центра бизнес-образования, кандидат экономических наук, координатор международной программы «Молодежь и предпринимательство» в Республике Беларусь Ирина Трусевич. Ирина Владимировна, милости просим. Директор гомельского филиала компании «Мобильная телесистема» Андрей Злотников. Андрей Валерьевич, добро пожаловать. И руководитель стартап-школы «Гомель» Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации Инна Байкова. Инна, милости просим. От идеи до бизнеса тема выпуска сегодня. А вот интересно ваше мнение, какой отрезок времени чаще всего проходит от той самой идеи до ее воплощения? Марина Михайловна. Все всегда происходит по-разному. Все зависит от того, какая идея и насколько она готова быть воплощена в жизнь. Как правило, от 2-3 дней, если это быстро и спонтанно родилось, до 2-3 лет, если это серьезные проекты. Ирина Владимировна? Я думаю, что рождение идеи и до открытия бизнеса все-таки во многом зависит от характера человека, от его целеустремленности, от его желания работать в этом направлении, насколько это направление ему нравится, насколько оно изучено им было заранее. Горит ли человек этой идеей, да? Верно. И если начинает молодой человек со студенческой скамьи реализовывать свою идею, значит, по выходу из университета он уже эту идею может начинать реализовывать. Но ведь все мы понимаем, что кто-то является прекрасным генератором идей, но не может подать и преподнести. И зачастую большая, что говорить, значительная часть идеи остается в полке. Вы знаете, идея, которая осталась в полке, это на самом деле просто попытка, и это не считается. И выстреливает только то, что сделано, потому что ключевую роль всегда играет действие. Ну вот признайтесь честно, неужели у вас никогда не было тех идей, пусть и прекрасных идей, которые пока еще в полке? Все, что не реализовано, это просто мысли, какие-то мечты, это не считается за идею. Инна, а может быть виной всему наша нерешительность? Да что я со своей идеей? Там уже все давно придумали, и велосипед изобрели до нас, и многое другое. Мне кажется, что если есть идея, нужно ее все равно пробовать и реализовывать. Но вместе с тем, на мой взгляд, если не хватает решительности, то почему бы не пойти, например, на какой-то мастер-класс или в ту же самую стартап-школу, где можно познакомиться с такими же ребятами и найти команду, которая сможет тебе помочь эту идею реализовать. Да? Ведь команда это тоже много значит, да, и, соответственно, нерешительность таким образом будет прямо пропорционально стремиться к нулю. Немного истории, если не ошибаюсь, 2002 год. Ирина Владимировна, вы впервые приняли участие в проекте «Молодежь в свободном предпринимательстве», так назывался тогда чемпионат. В какой момент поняли, что идею проекта просто необходимо перетащить, в хорошем смысле, в наш Гомель? Да, действительно, с 2002 года Белорусский торгово-экономический университет первым из университетов Гомельщины участвовал в международной студенческой программе «Молодежь в свободном предпринимательстве». Эту программу организовывала США. И наш вуз представлял Республику Беларусь в 2003 году в Германии на мировом чемпионате. В Республике Беларусь чемпионаты все проходили в Минске. И спустя несколько лет координатор программы в Республике Беларусь, первый Петренко Юрий Николаевич, видя активность Гомельского региона, предложил нам стать координатором программы в Республике Беларусь. Ну, соответственно, мы потихонечку и стали делать это на базе нашего университета. И это, конечно, безусловно, имиджевый проект, который приглашает сюда большое количество делегаций, огромное количество людей. И, правильно вы заметили, является стимулом для наших быть более расторопными. Чемпионат набрал такую силу и
другие мероприятия программы молодежи предпринимательства, потому что активно поддерживает Гомельский облсполком. И программы молодежи предпринимательства включены в государственные программы малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь и в программу по молодежной политике. Понятно, что не нами придумано в партнерстве успех, и это очередной пример. Мы уже сказали о том, что чемпионат из регионального стал международным. Немного о географии, чтобы было зрителям более понятно масштабы проекта. В настоящее время в МИП-чемпионате участвуют около 45 команд. В этом году заявлено 21 команда из Казахстана, Украины, России и Белоруссии. Были представлены такие города, как Караганда, Херсон, Харьков, Чернигов, Вологда, Белгород, Москва, с Челябинска команды приезжали. Поэтому очень приятно, что о Гомельском регионе становится известно во всех уголках нашей великой родины, и мы таким образом будем надеяться, что инвестиционная привлекательность региона тоже будет расти. Это, наверное, скажем, как минимум работа на будущее. Если коротко, как формируются команды и кто участники проекта? Команды формируются в вузах. Мы рассылаем информационные письма по очень большому количеству вузов. Рассылка наша составляет порядка 1500 адресов. И команды формируются в вузах. Вначале проводятся соревнования внутренние, потом выбираются проекты. Многие проекты сопряжены с прибылью, бизнесом, они открывают предпринимательство, они занимаются кассой. То есть это все достаточно серьезно бывает. У нас есть короткий отрывок из гимна чемпионата молодежи и предпринимательства. Давайте посмотрим. Все команды хотят победить, но это им не мешает дружить. Здесь проявить нужно интеллект, чтоб оказался наш лучший проект. В экономике много проблем, решать их нужно нам всем. Предприниматели, оплот страны, бизнесе лучшими стать мы должны. МИП, любимый чемпионат, МИП, в нем я участвовать рад. МИП, дорогу в бизнес открыл, МИП студентов всех объединил. В эфире «Гомель» — это студия на Пушкина 8, и мы продолжаем. Марина Михайловна, это презентация бизнес-идей или что-то шире? Безусловно, это намного шире, как Ирина Владимировна сказала. Это годовая работа. Это работа постоянно, она не останавливается ни на один день. Команды совершенствуются, воплощают свои идеи. И в большинстве своем вот это итоговое мероприятие, сам чемпионат, который будет проходить в рамках форума, он все время приурочен к Гомельскому экономическому форуму, это возможность для членов команды получить огромный опыт. То есть это опыт презентационный. Ты не боишься выступать, ты не боишься сцены, ты не боишься представлять свои идеи. И второй опыт – это возможность пообщаться с предпринимателями. То есть на сегодняшний день очень много предпринимателей Гомельщины и других регионов являются членами жюри чемпионата и дают очень дельные советы. Где подработать, где, как продать. То есть чемпионат. А вот интересно, не боятся маститые бизнесмены конкуренции в будущем? Андрей Валерьевич, вы наверняка наблюдали. Вы знаете, опытом делятся? Стандартный вопрос даже ко мне как к руководителю. Не боюсь ли я выращивать хороших подчиненных или давать дельные советы? Развитие – это ключ к успеху. И когда ты учишь других, ты тоже сам развиваешься. И когда ты даешь совет, ты создаешь лучшее будущее для всех, не только для себя. Потому что мы живем в этом регионе, и для нас это важно для наших детей. Поэтому сегодня ты делишься с кем-то знаниями, даешь совет, завтра дадут совет твоему ребенку. Я так понимаю, что и сотрудников вполне для себя подбираете, в том числе и там. Бывает такое. Ну вот
скажем так, вот чтобы дошло до реализации, нет, такого не было. Но у нас работают многие студенты, которые учились в том числе и в кооперативном университете, и во многих других вузах, которые участвуют. Планка чемпионата со временем поднялась достаточно высоко. Я знаю, что уже который год не принимаете к участию социальные проекты. Только лишь проекты, заточенные на бизнес. Почему? Это было решено на совете директоров. Перед чемпионатом и после чемпионата всегда идет заседание членов жюри. И в течение года идет заседание совета директоров. И рассматриваются вопросы по улучшению работы чемпионата. Так как чемпионат называется «Молодежь и предпринимательство», решили социальные проекты убрать и рассматривать проекты только коммерческие, предпринимательского направления. Но социальную ответственность бизнеса, конечно же, никто не отнимал. И, такие... Но для этого этот бизнес у тебя как минимум должен появиться, и он должен быть успешным. А потом уже социальные проекты, да? Так точно. И очень важным моментом является то, что начиная со студенческой скамьи нужно активизировать студентов, работать и испытывать себя, испытывать свои идеи. Правильно ли эта идея, нравится ли эта идея, чтобы дальше развивать ее. И бывает так, что отказываются от своих идей уже на уровне студенчества. А когда выходят уже в большую жизнь, совершенно другие бизнесы развиваются, имея опыт. Я бы хотела дополнить, почему ушли от социальных проектов. Есть еще одна сторона, ведь социальные проекты должны быть тоже коммерциализированы. И сегодня никто не запрещает подать проект по социальной службе, но которая дает определенный экономический эффект. Как минимум организатору этой службы для того, чтобы безусловно ее содержать. И организатору, и потребителю. Поэтому ряд проектов, они так и остались социальными, но они коммерциализированы на сегодня. Для предпринимателя всегда проще оценивать именно прибыль, потому что сложно оценить социальный проект. Намного проще увидеть будущее и рациональное зерно в проекте, который подразумевает зарабатывание денег. Цифры видеть проще, чем счастливых людей. Компания МТС является генеральным партнером чемпионата. За это спасибо от всех участников. Это что-то вроде социальной ответственности бизнеса? Для нас в целом довольно важны региональные проекты, которые содержат именно инициативу по развитию бизнеса, по образованию. Также мы поддерживаем проекты с наименее защищенными социальными слоями. И поэтому у нас были многие точки соприкосновения с молодежью предпринимательства. И, в общем-то, выросли совместные проекты уже на базе нашего участия. В дальнейшем у нас появился проект «Планшет с нуля», идея которого зародилась в ходе одного из чемпионатов молодежи предпринимательства. Достаточно давно эта идея родилась именно в Гомеле, но все мы сейчас, большинство из нас знает, что эта идея, этот проект стал национальным. Да, совершенно верно. Проект стал национальным. Мы изначально привлекли университет для участия в проекте обучения людей пожилого возраста. И впоследствии возникла идея изменить проект с обучения персональным компьютером на обучение именно планшетом. Мы это проговорили, и впоследствии специалисты именно университета принимали участие в составлении учебного пособия. И на базе университета совместно с более крупными компаниями был разработан, собственно говоря, этот весь большой проект. Мы предоставили планшеты для обучения. И проект посчитали настолько успешными наши пиар-менеджеры и генеральный директор руководства, что он был утвержден по всей стране. Это только в сказках, от идеи до бизнеса один шаг. Но ведь все мы реально понимаем, что зачастую даже самый интересный бизнес-проект обречен на провал. Как избежать рисков и где в Гомеле помогают стартапам стать успешными. А также все о международном чемпионате «Молодежь и предпринимательство». От идеи до бизнеса. Тема выпуска сегодня. Мы продолжаем. Сегодня в студии на Пушкина 8 руководитель команды финалиста чемпионата молодежи в предпринимательстве 2016 гомельченко Татьяна Михаленко. Татьяна, добрый день, рад видеть. Подключайтесь к разговору. Как понимаю, все свое ношу с собой, это про вас. Расскажите, как родилась идея создать белорусскую версию домика для Барби? Когда маленькая, я была еще девочкой, мечтала о таком домике. Мы делали домики из коробок, каких-то досточек.
Вот. Когда появился свой ребенок, я как раз-таки решила эту идею воплотить в жизнь. Мы решили сделать домик для своего ребенка. Идея очень понравилась, сопоставив затраты со стоимостью, по которой домики продаются, мы решили, что вполне это можно превратить в бизнес. И вот я собрала команду в колледже, которые провели исследование рынка, изучили спрос населения, и мы решили превратить это в бизнес-проект. Далее, да, мы стали финалистом конкурса «Стартап Кооперация 2016». Но я пошла дальше, развела проект дальше. Сейчас я участвую еще в конкурсе предпринимательских идей. И кроме деревянного домика, я еще предлагаю текстильные гараж, домики. Машину. Нет, текстильные домики – это наше сильное конкурентное преимущество, потому что в Беларуси таких не делают. А что это значит? Мы предлагаем домик скатерть. Скатерть застилается на стол. Ребенок играет в домике, мама готовит на кухне, ребенок под присмотром. То есть это наши домики игровые, это способ занять ребенка, не прибегая к планшету, мобильному телефону, либо мультикам. Вот, ребенок занят, развивает моторику, формирует бытовую составляющую, тактильные ощущения различные ему представляются. Развивается творческое мышление. Отлично. Скажите, ну вот если говорить про этот домик, насколько удалось удешевить покупку, возможную покупку такого домика? У конкурентов подобные домики содержат резные лесенки, балконы, беседки, гаражи, выдвижные ящики. Стоимость таких домиков в 1,5 раза дороже. Есть конкуренты, которые выпускают подобную продукцию на 15-20% дешевле, чем мы, но у них состояние, качество оставляет желать лучшего, потому что элементы декора недостаточно крепко, там, крепления. Ну, до программы я прикоснулся к вашему домику, он такой увесистый, в принципе, ребенок и на крыше может сидеть, да. И он выдержит. Более того, мы предлагаем еще в комплект с домиком дополнительный крепеж для стены. В детских садах всегда мебель крепится к стене для повышения безопасности. Вот мы предлагаем тоже такие крепления. Вы не исключаете, что участие в проекте «Молодежь в предпринимательстве» вполне может стать для вас началом собственного дела? Уже стало началом собственного дела. Да, в рамках конкурса, который проводится, нам менторы оказывали помощь и рассказывали, как можно продвигать свою продукцию, как решать какие-то кадровые вопросы, управлять финансами. И хотелось бы, нам очень понравилось создавать этот шедевр маленький, не хочется на этом останавливаться, и стараемся работать дальше. Пусть все получится. И еще история двух инициатив родом из Гомеля. Встречайте в студии на Пушкина 8 Владимир Комраков и Анастасия Ковалевская. Владимир, добрый день. Какой проект вместе со студентами технического университета готовите в год науки? Здравствуйте. Мы готовим очень оригинальный проект. Это будет, точнее, уже частично реализовано многофункциональное устройство, которое мы реализовали на базе 3D-принтера. Называется оно MultiCube. Это устройство, кроме 3D-печати, может также заниматься 3D-фрезерованием, резкой листовых материалов, ну и, возможно, какими-то другими функциями. Может комплектоваться в будущем. То есть, понятно, сама идея 3D-принтера для Беларуси и мира не нова. В чем заключается ваша инновация, ваша разработка? У нас имеются некоторые отличия от известных моделей. Дело в том, что идея совместить несколько устройств в одном, она действительно витала в воздухе, основывалась на том, что для управления такими устройствами применялся так называемый G-код. То есть он применялся для управления ЧПУ-станками в промышленности, для управления 3D-принтерами. Поэтому, конечно, такая идея объединить несколько устройств в одном на основании единой программной платформы была, конечно, использована в том числе и не нашими сотрудниками. Но наша идея заключается в том, что мы предлагаем устройство, которое имеет несколько модулей, которые можно заменять, которые можно впоследствии дорабатывать, предлагать на рынке новые какие-то модули для специфических операций и тем самым развивать устройство. То есть для человека, который покупает изначально какой-то комплект, есть возможности для того, чтобы в будущем докупить какие-то отдельные комплектующие и, скажем, заняться каким-то дополнительным делом, бизнесом и так далее. То есть это преимущество вашего проекта от других на рынке. И все-таки наверняка представляли себе, где сегодня можно применить 3D-принтер по-гомельски.
Это могут быть как учреждения образования, но на самом деле много, скажем, идей или много проектов, где может участвовать такое устройство, как для ведения какого-то, допустим, сувенирного бизнеса, как для ведения бизнеса венчурного, то есть для изготовления прототипов каких-то сложных устройств, или, скажем так, для выпуска каких-то небольших партий товара, ну, инновационного товара, который... Уже что-то изготавливали? Мы уже сделали несколько деталей, и одну из деталей хотели презентовать вашему каналу. Эта деталь сделана на 3D-принтере. Это деталь с логотипом канала. Вот, мы бы хотели, конечно, чтобы у вас осталось, ну, если у вас есть музей, есть, или что-нибудь, конечно, или что-нибудь такое. Значит, мы выбрали вот оранжевый цвет пластика, потому что пока еще наше устройство не печатают в цвете, но мы надеемся, что в ближайшее или, скажем, не столь отдаленное время эта будет проблема решена. Вот, ну, оранжевый цвет, скажем, очень яркий, очень насыщенный и очень позитивный, специально для вашего канала. Спасибо. Спасибо. Успехов вашему проекту. Анастасия, подключайтесь к разговору. Как готовиться к чемпионату молодежь и предпринимательства команда вашего университета? Команда нашего университета, Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации, работает на протяжении всего года, естественно. И сейчас мы очень плотно готовимся к чемпионату. У нас будет представлено несколько проектов. Один из проектов — это создание портретов в стиле поп-арт. Это направление в искусстве. Портреты именно вышиты, вышиты крестиком. Вот, могу продемонстрировать работу. А сколько работу у вас вышивальщиц в команде? Значит, у нас в команде всего 3 девушки и 3 парня, 3 молодых человека. Все 3 девушки задействованы в этом проекте. И все 3 девушки вышивают под моим чутким руководством. Вручную? Естественно, вышивка вручную. Вот, каждый, да, крестик вышивается вручную, конечно. С другой стороны, ручная работа, она-то в цене. Может быть, есть первые наброски? Готовы показать? Да, да, у нас есть первые наброски. Мы планируем вышить всю команду нашу. Вот один из студентов, который представляет нашу команду. Каким видите ваш проект в будущем? Я так понимаю, целевая аудитория — это не только туристы, но это, по сути, любой человек, который готов сделать подарок. Конечно, конечно, безусловно. Это может быть любой человек, который хочет преподнести подарок кому-то. Причем сейчас мы пока ориентируемся именно на портреты, вышитые портреты, потому что это эксклюзивно. Я еще не встречала никого, кто бы этим именно занимался. Портреты рисуют в стиле поп-арт, но портреты именно вышитые в этом стиле я еще пока не видела. Поэтому сейчас мы хотим преподнести именно эту идею. Конечно, в дальнейшем нам бы хотелось дальше эту идею развивать и вышивать не только портреты, но и любую другую сувенирную, например, продукцию. Это тоже будет востребовано, и это тоже достаточно хорошая идея. Успехов вам! Спасибо большое! Это только в сказках от идеи до бизнеса один шаг. Но ведь все мы реально понимаем, что зачастую даже самые интересные бизнес-проекты обречен на провал. Как избежать рисков и где в Гомеле помогают стартапам стать успешными. А также все о международном чемпионате молодежь и предпринимательства. От идеи до бизнеса. Тема выпуска сегодня. Мы продолжаем. Уважаемые эксперты, как вам инициатива, озвученная прямо сейчас в студии на Пушкина 8, Андрей Валерьевич? Вы знаете, на самом деле это очень интересно выглядит. Ну, в общем-то, это ремесло, на самом деле. Это не совсем бизнес. Бизнес — это когда работают другие, а ты вкладываешь, инвестируешь, получаешь доход. Но это интересно. Я думаю, что это может быть востребовано в рамках ремесленничества, да. Но тема-то нашей программы называется как? От идеи до бизнеса. Чего не хватает ребятам?
На мой взгляд, инвестора, стало... как минимум. Нет, тут скорее более подробное понимание, как превратить этот продукт хотя бы в среднемассовый. То есть нужно понять, кому он может быть интересен не в штучном варианте, а, возможно, в каком-то более серийном. Может быть, это туристические какие-то сувениры, стандартизированные для Гомеля. Либо должно быть какое-то устройство, которое все-таки быстро сделает этот портрет, тогда можно его сделать практически в парке с обезьянкой. Ну, то есть вот как-то более быстрая конвертация картинки в готовый результат. И где-то удешевление, что сегодня тоже, конечно, играет важную роль. Ну, мы не знаем, сколько стоит пока что. Но если шьют три человека, то это уже очень дорого. Но вместе с тем, если позволите, я дополню, в частности, в стартап-школе Белорусского торгово-экономического университета вся методология работы строится на подходе, который называется «бережливый стартап». И, на мой взгляд, я бы, наоборот, отметила бы эти проекты с позиции того, что по принципу начала работы бережливого, без вложения еще денег в инфраструктуру, в команду какую-то большую, как раз-таки вот этап минимальных затрат в виде ремесленничества дает прекрасную возможность участникам протестировать свою идею и понять вообще, будет это востребовано на рынке или нет, и как минимум вообще понять, как организовать на начальных этапах бизнес-процесс, потому что многие студенты, да, и многие участники наверняка попробовали себя вот в такой минимальной инициативе, могли бы уже понять, что это не для них, да, для бизнеса вообще в целом. Или наоборот, прощупав рынок, наоборот, более уверенно прийти, уже более уверенно будут развиваться как раз-таки по вот этой схеме, которую предлагает Андрей. Главное действовать, на самом деле. Я согласен полностью. Нужно действовать. А дальше мы увидим более подробную презентацию на чемпионате и уже сделаем выводы. Я бы хотела немножко уточнить и дополнить насчет, сколько человек у нас занимается этим. Этот портрет вышивается одним человеком. Это должна быть одна рука, один человек. Просто у нас мы планировали сделать, вышить каждого члена нашей команды, а это 6 человек. Поэтому непосредственно у нас и участвует больше одного человека, то есть 3 девушки вышивают. А так это один человек, одна работа. И она выполняется одним, вот, просто это влияет на стоимость, то есть это не такая заоблачная цена, которая может быть. У вас еще 3 парня. Да, что они делают? Пусть шьют. В дальнейшем команда университета кооперации планирует задействовать и людей пожилых. Так что я думаю, что проект, действующий в университете компьютерной интернет-технологии, планшет с нуля, соединится с этим проектом, и студенты с пожилыми людьми будут воедино работать, может быть, и в этом направлении. Вот это поворот. Собственно говоря, с нашей командой, ну, в будущем можем, конечно, разработать модуль для нашего устройства, который будет в том числе вышивать и в том числе крестиком какие-то картины по заданной программе. Поэтому это вполне возможно, это вполне реально сделать. Ваши 2 университета находятся рядом, через дорогу. Да. Если вы объедините усилия, то это получится. Это очень... Подключим туда бабушек. А еще если тяжелая артиллерия, то это, конечно, беспроигрышный вариант. Удачи! Инна, и все-таки о стартап-школе. Ее задача какова? Учить на чужих ошибках и на хороших примерах? Стартап-школа Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации начала свою работу в этом году, в начале этого года. Это прекрасный новый образовательный проект, но в том числе и с, скажем так, такой менторской направленностью. И цель данной стартап-школы является уже более адресная работа с идеями тех участников, которые будут принимать участие, да, вот непосредственно в процессе обучения. Причем очень важно отметить, что стартап-школа, она открыта не только для студентов нашего университета и университетов по соседству, но в том числе дает возможность участия всем желающим жителям города Гомеля, Гомельского региона, участвовать в наших открытых мастер-классах и в том числе в интенсиве по проектированию запуска бизнеса. Но, кстати, об интенсивах и других достаточно интересных проектах знаю, традиционно участвуете в Дне эксперта и Дне инвестора. Буквально коротко. День эксперта и День инвестора – это дополнительное мероприятие в рамках стартап-школы, которое в том числе мы проводили и вот планируем проводить. И они проводятся при нашей партнерской поддержке с нашим партнером из города Минска, потому что в Республике Беларусь у нас сейчас работает сеть стартап-школ, которая работает под единым
собственным брендом и используют схожую методологию работы, методологию бережливого стартапа. Поэтому... То есть это возможность получить совет топовых специалистов, как минимум? По сути, да. Даже я сказала, да, как минимум, потому что, во-первых, и на самих мастер-классах участники, да, могут послушать уже сильных состоявшихся предпринимателей, которые делятся с практическими инструментами. А что касается непосредственно интенсива, то на интенсиве каждый участник может не только слушать, да, но еще и делать домашнее задание, приходить, рассказывать свои впечатления о том, как же он там протестировал свою идею, что у него получается, что нет, и в том числе получить еще какой-то совет. Да. Совет в наше время очень дорогого стоит, да, особенно вот бизнесмена. Мне подсказывают, есть дополнение из зала. В тему разговора предлагаю выслушать, пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Сергей, я представляю компанию «Риксталь». Мы находимся в городе Гомеле, базируемся. На стартап-школу я пришел с уже готовым продуктом. Это хоппер-ковш. Это такая вот, такое приспособление, значит, предназначено для произведения штукатурных работ. Очень серьезно облегчает труд штукатура, то есть, ну, в разы. На сегодняшний день, если обычно штукатурит, ну, максимум там, 20-30 квадратных метров, то есть вот этим устройством можно напылять до 500 квадратных метров в день. Легким движением руки мы наносим это дело на стену. То есть не обязательно, то есть здесь не нужны навыки серьезные штукатура, то есть любой желающий может самостоятельно штукатурить свой дом. Ну а для профессионалов это, ну, действительно находка, потому что, ну, в разы ускоряет, в общем-то, работу. Тогда скажите мне, у вас есть готовое изобретение, для чего вам информация от экспертов стартап-школы? На самом деле, как бы, да, это готовое изобретение. Кстати, мы запатентовали форму чаши ковша. То есть, это там, для конкурентов. У нас свои, да, у нас своя собственная разработка. То есть именно вот. В стартап-школу мы пришли, потому что мы не знали, как это дело продается. То есть, ну, реально, мы занимались немножко другим делом, и нам нужны были знания, как вот эту штуку нужно продать. То есть определенные знания получили, сейчас двигаемся в нужном направлении, надеюсь, что у нас все получится. Это разработка гомельская? Да, это гомельская, это мы сами полностью придумали, то есть все с нуля. Прототип был изобретен в середине 50-х годов итальянцам, но мы его полностью модернизировали, сделали 3 в 1, как наши коллеги, и, в общем-то, да, можно штукатурить домики. Если бы оно еще вышивало, это бы вообще... Ну, мы над этим работаем, да. Здравствуйте, меня зовут Владислав. Учусь на 3-м курсе в Торгово-экономическом университете потребительской кооперации. Начал заниматься своим бизнесом с 1-го курса. А что у вас за бизнес? У меня бизнес, я предоставляю временный персонал, то есть аутсорсинг. Это продавцы, грузчики, разные виды клининга, то есть уборщики разные, то есть... В этой всей сфере. Вот это бизнесмен нового поколения, руководителю которого персонал в разы старше самого директора, да? Да, ну то есть сейчас в штате около 30 рабочих. То есть это начиная от студентов и заканчивая уже... Вы за помощью пришли в стартап-школу, либо за развитием? Ну, вообще, я пришел за оценкой экспертной, как, что, куда идти, чтобы понять нужное направление, куда мне двигаться и дальше развиваться. То есть, чтобы не стоять на месте, расширять свою компанию, расширять свои границы и дальше двигаться. Марина Михайловна, время постепенно подводить итоги. Чтобы не показалось, что так все легко и просто в бизнесе, стоит, наверное, немножечко развеять... мифы отчасти, да? Ведь может сложиться, что это так легко стать бизнесменом, все в твоих руках, было бы только желание, иногда и без. Не сталкиваетесь ли с мыслями многих о том, что сегодня практически каждый второй белорус не прочь бы был быть бизнесменом? Ну, я хочу сказать, это замечательное желание. Когда человек хочет работать на себя, хочет воплощать свои идеи, это просто потрясающе. Да, действительно, сегодня очень легко организовать свой бизнес. Зарегистрироваться, организовать компанию можно в течение одних суток. Другое дело, что наступает завтра. И вот это завтра, как правило, поддается и приносит прибыль только очень упорным, очень профессиональным и очень искренне желающим добиться успеха. Вот, наверное, это 3 составляющие бизнеса, даже не время и не первоначальный капитал, а именно
упорство, стремление, желание. Ну и, конечно, мировой опыт сегодня – это небольшие востребованные мобильные предприятия. В самом названии есть уже ответ на вопрос, потому что небольшие компании действительно могут быстрее и, скажем так, оперативнее реагировать на ситуацию на рынке. Посмотрите, даже сегодняшние представленные проекты, насколько созвучны времени. Тот же аутсорсинг. Сегодня мы говорим о том, что ряд людей не могут найти себе работу. Вот, пожалуйста, услуга, которая предоставляется для профессионального и обучения, в том числе. Речь же не идет о том, что готового продавца взяли на работу и пристроили. Здесь идет чисто командный дух. Поэтому деньги сегодня действительно, и многие века об этом говорят, лежат под ногами. Надо правильно посмотреть и поднять их, и забрать себе. Еще часто, особенно в последнее время, звучит фраза «кризис – время для предприимчивых». Как это, такая мысль, Андрей Валерьевич? Да, кризис для многих предпринимателей открывает двери. И история содержит много примеров, когда одни компании банкротились, а другие захватывали рынок именно в кризис, потому что они делали правильные ставки, принимали правильные решения. В том числе и благодаря стартапам. Конечно, стартапов как раз появилось в последнее время, после последних кризисов, огромное количество, в том числе и в Беларуси, которые у всех на слуху. А вот еще факты, которые просто грех не озвучить в тему программы. Гомельская область – лучший регион для развития бизнеса в стране. Это факт? Ну, это факт 2016 года. В нашей области живут и работают предприниматели года Беларуси, лауреаты этой премии. Факт? Безусловно, 6 человек таких есть. Гомель – всем известная площадка для международных экономических форумов и конгрессов. И это тоже факт. Безусловно. И как здесь объяснить следующий парадокс? Часто и от гомельчан, и от белорусов можно услышать, но вот сейчас-то бизнес вести совсем тяжело. Как-то вот не стыкуется информация, только что озвученная, и мнение многих. Или это наша такая ментальная черта? Если можно, я добавлю. Марина Михайловна действительно подтвердила, что есть такие возможности. И она здоровски отметила, то, что выживают только те бизнесы, основатель которого очень упорно трудится и работает. Поэтому было бы желание, возможности найдутся. А еще от себя хотела бы добавить по поводу стартапов, почему многие начинают, а потом закрываются. Потому что есть прекрасное высказывание, которое сделал один венчурный инвестор Ролов Бота. Он сказал то, что когда вы начинаете бизнес, помните о семи смертных грехах и создавайте продукты, которые будут продукты или сервисы, которыми люди не просто будут пользоваться, а которыми они не смогут не пользоваться. Вот поэтому, наверное, надо прежде всего думать о сервисах, продуктах и начинаниях, которые действительно будут нужны и которыми будут пользоваться всегда. Марина Михайловна, так возвращаясь, все-таки условия есть, идеи тоже. Так откуда эти мысли о том, что так все тяжело? Ну, знаете, работать всегда тяжело, да? Работать и наемным работникам тяжело, а в бизнесе тяжелее вдвойне. Действительно, на сегодняшний день очень много делается в Республике Беларусь для создания благоприятных условий для бизнеса. Это в первую очередь и для маленьких компаний, и для крупных компаний. И даже вот с момента принятия директивы номер 4 по развитию предпринимательства увидели свет 190 новых нормативно-правовых актов. Честно говоря, они меня пугают, что 190, ни один предприниматель не может их запомнить и выполнить. Поэтому сегодня на национальном портале «Правобай» размещено 7 новых нормативно-правовых документов, которые позволят сделать работу бизнеса максимально прозрачной, максимально удобной. Я думаю, что и государство, и бизнес стремится к тому, чтобы одни зарабатывали. Если растет благосостояние каждого человека, растет благосостояние государства в целом. Итак, буквально коротко, Ирина Владимировна, Андрей Валерьевич, что же необходимо для того, чтобы от идеи до бизнеса прошло как можно меньше времени и, конечно же, эффект был максимален? Решил – действуй. И действуй целеустремленно, упорно, пошагово достигая поставленной цели. Если у человека есть цель, есть стремление и желание, цель будет достигнута. И это не пустые слова. Вы как руководитель движения молодежи и предпринимательства в регионе, координатор этого движения, наверняка знаете не один десяток примеров, когда вот от идеи до бизнеса было не так много времени.
Среди таких примеров очень много примеров выпускников университета кооперации, которые действительно с первого курса занимались чем-то, с первого взгляда вроде как незначительным, но это незначительное все потихонечку превращалось в бизнес. Работали наемными работниками, изучали дальше и открывали свой бизнес, потом продавали этот бизнес, открывали новый бизнес. Таких примеров у нас, конечно, много. Андрей Валерьевич, буквально коротко, верите в определение «от идеи до бизнеса один шаг»? Сегодня в Гомеле, в Гомельской области это реально? Это зависит от везения, от настойчивости и от желания вставать каждый раз, когда ты упал. Бизнес не всегда получается с первого раза, и нужно постоянно верить в то, что получится именно у тебя, твоя идея. Если не это, то следующая, но главное – это идти вперед. Итак, это были наши выводы. Сделайте свои. На этом ставим точку. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До встречи.